Почетное последнее. Одесская область заняла 24-е место в исследованиях демократического развития областей Украины. Журналистам об этом сегодня рассказали в региональном аналитическом центре по итогам прошлого года и раздали вот такие вот внушительные отчеты. В топ-пятерку по показателю демократического развития вошли Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Сумская и Львовская области. Мы брали за основу экспертный опрос. Экспертный опрос по нескольким блокам, которые были разработаны в методологии. Это 10 блоков. Это стан реализации правосудия и прав человека. Это состояние СМИ в регионе. Это социально-экономичный стан. Для каждого блока составлялась независимая комиссия, минимум из 5 человек. Они должны были поставить области оценку от 1 до 5. Одесская в сумме набрала 2,75 балла. Самые низкие оценки наш регион получил за безопасность, охрану правопорядка и коррупцию.